Сегодня архангельская молодежь из Федерации компьютерного спорта встретилась с директором Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антоном Ищенко. Обмен идеями, думы о сотрудничестве и обращение к памяти русского ученого-изобретателя Бориса Розинга. Итоги встречи у Ангелины Парфеновой. Приезд директора Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антона Ищенко стал отличной стартовой точкой для развития идей и лаборатории Федерации компьютерного спорта. Ребята познакомили гостя со своей научной фермой. На 3D-принтерах они печатали модель двигателя самолета со всеми деталями. Все прошло замечательно, и вот нам дали очень много приятных советов, как это развивать, как это можно монетизировать, чтобы мы могли выйти на самообеспечение и увеличивать масштаб нашей деятельности. Встреча прежде всего имела практический смысл. Старший коллега поддержал интересные инициативы Федерации. Эти встречи, они очень полезны, прежде всего для молодых изобретателей, которых мы постараемся в течение ближайшего времени объединить и уже с этими продуктами, которые презентует нам руководство Всероссийской организации, уже дальше помочь им в развитии. Многие великие ученые прославились только после своей смерти. Как, например, изобретатель телевидения Борис Розинг, похороненный в Архангельске на Вологодском кладбище. Своими идеями он опередил зарубежных коллег и утвердил научный приоритет России. И это отличный пример для современной молодежи. Мы понимаем, что сегодня специализация у региона – это все, что связано с освоением северных территорий, все, что связано с использованием наших акваресурсов. И это тоже важнейшее из направлений, которое сегодня должно быть в фокусе внимания. Этому посвящена работа и университета федерального, поэтому здесь у нас явно будет синергия. Мы обменялись нашими видением развития этого взаимоотношения. А развитию быть. Уже осенью в Архангельск приедет часть команды общества изобретателей и рационализаторов и продолжит работу с молодыми учеными и их идеями. Ангелина Парфенова, Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, Регион 29.